Всем привет, меня зовут Дима, и сегодня мы продолжим свой побег с острова. И, наверное, как вы уже заметили, сейчас идет 10-й день. Дело в том, что я решил не записывать те дни, в которых я буду просто тупо искать вещи, которые нам понадобятся для побега. То есть за эти парочку дней, за эти 3 или 4 дня, я, в общем, я скрасил себе абордажный крюк, я скрасил себе крюк для навесной переправы, и сейчас я просто залезу в вентиляцию и улучшу свои кусачки. В общем, да, теперь у нас будут легкие кусачки. Все, в принципе, для побега нам, скорее всего, ничего не потребуется, если, конечно же, после навесной переправы у нас не будет там никакой стены. Надеюсь, там реально ничего не будет, и никакой кирки или лопаты нам не потребуется, а то мне придется просто заново все начинать. В общем, сегодня меня вроде бы не проверяют. А, ну, в принципе, нам все равно. Сейчас мы, наверное, посмотрим, есть ли у меня чучело. А чучело у меня, по-моему, наверху. Ну ладно, наверх не буду залазить пока что. Лучше прямо здесь крафтить чучело. Оставлю его пока здесь. Запрещенные предметы тогда заберу, потому что я не просмотрел, как они сегодня проверяют. Все, в принципе, зубную нитку здесь оставлю. Ну, просто нет, пусть тоже здесь валяется. Все, теперь ждем, пока у нас закончится вечерняя перекличка. И дело в том, что отбой на этой карте у нас наступает в 8 вечера, а снайперы у нас, по-моему, отключаются только где-то в полночь. Так что мы просто сейчас должны 2 часа что-то поделать. Ну, ладно, давайте, в принципе, у нас есть чем заняться. Мы должны себе скрафтить легкие кусачки. Залазим наверх. И, слушайте, та решетка, у которой было 6000 прочности, сломалась. То есть, не знаю, каким образом, походу, этот грёбаный баг, к сожалению, прошел. Ну, ладно, слушайте, слава богу, у меня есть уже клей и туалетная бумага, и я быстренько скратил себе замену. Еще одну ложную решетку. Отлично, давайте тогда сразу заберем абордажный крюк, сразу возьмем крюк для навесной переправы. И пойдемте, наверное, улучшим мои кусачки. Теперь у нас есть легкие кусачки. И что ж, еще остается парочку часов. Правда, я сейчас боюсь вылазить, потому что, как вы понимаете, если я залезу на крышу, то спуститься назад я не смогу. Да, и меня просто снайперы убьют, и мне придется все сначала начинать. Ладно, подождем, наверное, просто где-то 12 ночи. И только тогда полезем на крышу. Ну, а пока давайте переоденемся. Надеюсь, подозреваемость у меня не будет расти. Да, вроде бы она стоит на месте. Так, возьмем ключик. И давайте, наверное, кусачки в первый слот положим. Да, вот так вот. Все предметы для побега у нас есть. У нас даже есть еда. Ну и все, ребят, слушайте, осталось для побега буквально подождать еще чуточку. Ну и все, ребят, у нас наступила глубокая ночь. Надеюсь, снайперы реально уже заснули. Потому что, блин, реально, все, ночь. Полезли, в общем, на крышу. Так, подозреваемость пока вроде бы не растет. Давайте, в общем, используем абордажный крюк. Так, ладно, подозреваемость вроде бы не поднимается. И, в общем, мы сейчас сломаем этот заборчик. Ну ладно, все, давайте, в общем, возьмем крюк для места переправы и просто покатимся. Покатимся и что-то далеко катимся. Докатились до какого-то другого здания. Окей, чтобы нам с этого здания спуститься, нам, в принципе, потребуется... Что нам потребуется? Путь заблокирован. Окей. Окей, значит, нам надо побраться сюда. Здесь взять тайник заключенного. Вау, хлипкие кусачки. Окей. И слушайте, здесь нам, по-моему, потребуется абордажный крюк. Если я не ошибаюсь. И, блин, нет, здесь же, по идее, здесь веревка не нужна. Или нужна? Блин, ребят, если нам сейчас для побега потребуется веревка, то это будет вообще капец. Все, ломаем последний 4%, и, ребят, есть! Есть, 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 есть. Теперь нам надо искать выход какой-нибудь. И для того, чтобы сбежать с этой карты, нам потребуется красный ключик. Что? Вы серьезно, что ли? Вы серьезно, ребят? Так, избить офицеров я не смогу, в принципе. Потому что я слабый. И никак даже к... К офицерам... Что они там делают? Ё-моё. К офицерам я попасть не смогу. Ну, в общем, ребят, я... Не знаю, есть ли смысл перезаписывать этот день. Потому что вот, все, вот он, главный выход... В первый раз такое вижу, чтобы прям в самом конце для побега нам требовался ключ. Обычно просто нам ничего не надо, ломаем заборчик и выходим. В общем, блин, наверное, не буду перезаписывать. Красный ключик вы, в принципе, и сами знаете, как достать. Или просто избить офицеров, или просто сделать горячий шоколад, потом делаем слепок этого ключа и просто заливаем жидкий пластик.
В общем, блин. В принципе, мне не лень этот день перезаписать, но я не знаю, есть ли смысл, серьезно. В общем, наверное, нет. Ладно, если вам понравился этот почти что побег, то можете поставить лайк, позвать друзей. А в общем, ссылка на эту карту есть в первой части, так что ищите первую часть. Если эта карта вам понравилась, если карта эта вам понравилась, то качайте ее. А в принципе, с вами был Дима, и увидимся на новой карте.